Добрый день. Я небольшой любитель бюджетных больших кубов, но новый бюджетный куб от Юксина 6x6 Little Magic я все-таки решил взять. Как бы думал и купил. Коробочка стандартная для бюджетных кубов от Юксин, картонный, нарисованный Кевин Хейс, нарисованная головоломка. Сам кубик. Будем его сравнивать с кубом от Юксина, какой-нибудь топовой шестеркой и с семеркой, тоже от Юксина. Цвета. Если мы сравним с семеркой Хейс, то мы видим, что цвета отличаются. На шестерке красный более темный, зеленый похож, белый само собой, оранжевый примерно одинаковый и синий одинаковый. Разница только в красном. Да, красный отличается. На семерке он почему-то более светлый. Почему я достал семерку? То, что это наиболее современный куб, большой, от Юксина. Есть у меня, конечно, старый юксиновский 6x6. Я ему менял пружины, вставлял сюда 5x5. Но как-то он мне все равно не пришелся по душе. Хотя он один из первых больших кубов, у кого появился уменьшенный размер. Сравним. У новой бюджетки он такой же. А конкретно 65 миллиметров примерно. То есть если мы сравним по размеру с Shadow, да, они одинаковые, 65 миллиметров. Цветовая гамма вот так же, она более темная, чем на Shadow. Почему же я купил 6x6 бюджетный? Ну просто потому, что это серия Little Magic, и как бы кубики этой серии себя зарекомендовали очень хорошо. Та же трешка, ее многие махнить, это используют как основную, даже люди, которые достаточно хорошо собирают. Но еще есть один момент, который мне уже сразу бросается в глаза. Вот эта семерка. Вот у нее на ребрах вот такие вот рельсы. Вот эта шестерка. И у нее на ребрах точно такие же рельсы. Скорее всего, компания Юксина решила поступить осторожно и сделать очень хорошую бюджетку. Посмотрим, что из этого вышло. То есть строение элементов очень похоже на 7x7. Единственное, семерка магнитная у меня, тут магнитов нет. Магнитную версию Little Magic они еще не выпустили. Повращаем. Учитывая, что это четный куб, вращение из коробки вполне неплохое. А учитывая, что это бюджетный куб, тогда совсем хорошее. Вращается достаточно быстро. Обычно шестерки, даже топовые, если не считать Shadow, из коробки ведут себя крайне так не очень хорошо. Тугие. Вспоминаю, как я достал Aoshi. Aoshi GTS-M. Тут вообще было очень тяжело крутить заводской настройкой, но спустя сборок 50-60 ему стало гораздо лучше, правда пришлось еще расслабить. Тут вращается вполне комфортно, и нетрудно догадаться, что спустя какое-то количество сборок он притрется и станет еще лучше. Я не уверен, что в нем достаточное количество смазки сейчас, так что если смазать, наверное, будет вращаться и пошустрее. Так, все цвета различаются. И что-то мне подсказывает, что это, наверное, лучше бюджетная шестерка. Наверное, так оно и есть. Просто эта шестерка может поспорить и с некоторыми и топовыми моделями. Конечно, здесь, наверное, попроще пластик. Хотя я не уверен, компания Юксин могла и хороший пластик сюда вставить, но визуально
он мало отличается от семерки. Ну, соберем что-нибудь. Отсутствие магнитов, конечно, немножко смущает. И некоторая суховатость. Да, подтереть его, конечно, еще надо. Но собирать вполне можно. И, судя по всему, если вы только пробуете собирать 6 на 6, то это, наверное, будет совершенно неплохой выбор. Если смазать, притереть, то уже точно. Если кто еще и замагнитит все это дело, то можно будет собирать уже, наверное, на хорошем уровне. Так, я уже почти собрал ребра. Что у нас осталось? 2 ребра. Собираем. Заодно посмотрим, как вращаются внутренние слои. Ну, как бы смазочки не хватает. Да. После этой сборки я, наверное, смажу. И будет крутиться получше. Проверяем этап 3 на 3. Здесь мы четко чувствуем недостаток магнитов, но вполне достойно крутится паритет. Вращается. Да, немножечко вот тут суховат. Но вполне терпимо. Вполне достойная бюджетная модель для кубика 6 на 6. Приработается, станет и лучше, я уверен в этом. А так, вполне рекомендую. Все здесь хорошо. Но если взять принципы строения элементов с топового кубика 7 на 7, который очень хорош, а несмотря на то, что кое-где магнит они и так себе закрепили, но это очень хороший кубик, очень быстрый, то и бюджетная шестерка получится, ну, не должна получиться плохой. Если вы начинаете собирать 6 на 6, то это один из лучших вариантов. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.